Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео, друзья, по боксу, где нам дают возможность без вложений срабатывать денежку. Это новый бокс Omni Rev PTS. Я хочу вам напомнить о том, чтобы вы не нарушали правила и не совершали ошибок моих. Значит, что у меня произошло с этим боксом? Мне нужно было зайти на сайт, но без расширения VPN, вот этого расширения, мне было на сайт не попасть. И я включила расширение и пошла, там надо было мне по делам. И что в итоге? Я забыла это расширение выключить. Понимаете систему. И далее пошла гулять. Зашла в проект. Вот. Потом глядь. А, у меня же расширение включено. Я бегом его выключать. На следующий день заходить. Упс. У меня аккаунт заблокирован. А я-то сделала как бы апгрейд. Я купила себе членство за $2. Я двое суток переписывалась с техподдержкой. Поддержка, хочу сказать вам, на высшем уровне. Объяснила всю ситуацию. В общем, там и переводчик такой недолугий. В общем, двое суток я переписывалась с поддержкой. Поддержка уже с админом там связалась. И что, в общем... Что мне поддержка в итоге ответила, что у них нет выхода. И мне разблокировать, понимаете? Так что имейте в виду, не нарушайте правил, не совершайте моих ошибок. Будьте бдительны. Неважно, этот букс или какой-либо другой. И это все запрещено. Вот у меня вот такая ситуация вышла. Вот. И... На что мне поддержка ответила, что и один выход только удалить мою учетную запись и зарегистрироваться по-новому. Я. Ну а что мне делать? Это моя вина. Я не злилась на поддержку. Это я признаю, что это моя вина. И я сама невнимательна. И вот получилось то, что получилось. Вот. Я написала «Окей». Удаляйте. На что они мне ответили? Через 5 минут. Сейчас удалим. И через 5 минут можете делать новую регистрацию. Я зарегистрировалась по новой. Но у меня-то сделан апгрейд. Я сюда вложила $2. Они мне, знаете что, админ? Он мне вернул на баланс покупок $2. И плюс у меня... Было сколько там рефералов. И добавил рефералов. Ой, не могу. Тех же, которые под меня регистрировались, их уже обратно никак же, правильно. Они там и остались. Вот. И он мне добавил. Сейчас, подождите, рефералы. Ой. Какие бы ни было, но вот такие. Бот. Вот я не знаю. Но тем не менее, это... Плюс зачет проекту, то что как бы еще пусть вот такие, не знаю, а что это, да? Вот. Но тем не менее, постарались, и вот какие есть, друзья. Ну и вот он мне вернул этих $2. Я же ему написал, что у меня куплено членство и все такое. И вот у меня на балансе покупок было $2. Естественно, я сделала апгрейд, и в день у меня выходит 10 центов с апгрейда. Вот сейчас у меня 20 центов за 10 дней. За 11 я уже проверю этот букс на вывод. А букс реально хороший. Это второй букс, друзья, данного админа. Минималка на вывод $1. Меня букс зацепил, и естественно я... И как бы апгрейд, он не завышен. Я никого не призываю вкладывать. Боже, избави. Не дай боже, что случится. Работайте без вложений. $1 это реально насобирать. Сумма не завышена, как в некоторых есть.
А первый букс я сегодня зарегистрировалась. Вот. Амни, Омни, АДС. И я сегодня вот здесь зарегистрировалась. И я по этому буксу запишу отдельное видео. Ну а ссылочку я оставлю в описании под видео. Хотите, заходите. Там все стандартно, как и во всех буксах. И минималка там также $1. Но там я уже апгрейд делать не буду. Но это уже будет другое видео. Ну а здесь как бы вот такая вот у меня произошла ситуация. Видео здесь пока не работает. Читайте форум. Вот. Были проблемы с рекламой, с просмотра рекламы. Это в России было и... Блин, Пакистан или какая-то еще страна. Вот у меня сейчас вот по 2 цента, видите, 10 центов у меня выходит с апгрейда. Здесь я вот зарабатываю. За 10 дней я как бы за 11, там пусть доллар 10. Как бы Бог знает, что там уже комиссия какая есть. Вот. Естественно, я проверю его на вывод. Кому интересно, заходим. Ну, не заходим, не... Не работаем, значит. И у меня апгрейд до 29 августа. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.